Союз промышленников и предпринимателей создавался как объединение крупнейших предприятий города, от которых зависело и наполнение бюджета, и трудоустройство населения. Был период, когда Союз помогал пережить производственникам тяжелые времена. С тех пор многое изменилось к лучшему. Доля мытищинских предприятий в областном производстве уже достигает 9% и продолжает расти. Сегодня основное внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса. Ожидаем и очень хотели бы, чтобы все программы, которые были озвучены и президентом Российской Федерации, и правительством по поддержке промышленности в нашей стране, по поддержке предпринимательства в нашей стране, все это должно начинать уже работать. Но есть и немало трудностей. Косность мышления в министерских кабинетах и безинициативность на местах при реализации новых проектов. Это должно быть преодолено как можно быстрее, ведь потенциал для развития есть, нужно больше интересных идей. Есть проблемы, есть и достижения в плане экономического характера работы нашего промышленного сектора. Сегодня мы видим очень хорошую перспективу и очень хорошую загрузку на ближайшие 3-4 года. То есть определенный портфель-заказ, как мы привыкли говорить. В округе еще немало свободных производственных площадей. На это не раз обращали внимание в Союзе промышленников и предпринимателей. Есть профессиональные кадры, есть проекты. Точки роста обозначены. Производственники и предприниматели Мытищ могут стать конкурентоспособными на любом рынке. Сергей Берзин, Константин Химичев, Первый Мытищинский.